Технологии не стоят на месте. Специалисты прогнозируют, всего через 7 лет множество платежей будут осуществляться при помощи мобильных телефонов, а точнее смартфонов. Практика показывает, что мобильные платежи значительно удобнее традиционных способов оплаты. К примеру, спустя 5 месяцев после введения системы таких платежей в лондонских автобусах ей воспользовались уже более 2 миллионов раз. Популярен подобный способ оплаты уже и в магазинах больших торговых центрах. О самых простых способах платежа пишет сегодня «Ведомости».